Жизнь иногда выпускает жало, стирая прошлое, словно вирус. И хоккеист уже нас бежала, и на работе полнейший минус. Но наш герой не сдается, слезы утри, по жизни идет и смеется. Вот он, смотри, он самый счастливый из нас, избранный небесами. Он вам не старый баркас, а фрегат с парусами. И в чем же причина тогда? Две обычные строчки ждут его дома всегда, его папины дочки. Пара-па-па-па-па-пам, его папины дочки. Пара-пара-па-па-пам, его папины дочки. Пара-пара-па-па-пам, его папины дочки. Пара-па-па-па-па-пам. Он помогает добрым советом, и мудрым словом он лечит души. Во все вопросы он знает ответы, всегда подскажет, как сделать лучше. А что его ждет впереди? Там все не так гладко, но все же он победит. Парень-загадка, он самый счастливый из нас, избранный небесами. Он вам не старый баркас, а фрегат с парусами. И в чем же причина тогда? Две обычные строчки ждут его дома всегда, его папины дочки.